Полиция самоуправления и Государственная служба окружающей среды регулярно проводят обследование городских территорий на предмет стихийных свалок, мест вывоза бытовых и строительных отходов. Недавно самоуправление получило от этих инстанций извещение об обнаружении крупных мест сброса бытового мусора и неразлагаемых строительных отходов, таких как бетон, кафель, кирпичи и асбестовые материалы. Оценив ситуацию, городская дума подала заявление для возбуждения уголовных дел по факту загрязнения среды. Последние случаи крупного захламления были констатированы на индустриальных территориях Даугавпилса. В первом случае таким местом оказалась деградированная область между улицами Спалю и Смилшкална, где еще осенью прошлого года было обнаружено несколько стихийных свалок. Второе место – удаленная от посторонних глаз местность около улицы Вальню, окруженная автомастерскими и магазинами для автомобилистов. Сюда сбрасывались строительные и бытовые отходы, а также пришедшие в негодность детали машин. Самоуправление, как собственник, несет ответственность за данные территории, а также, как любое частное или юридическое лицо, обязано следить за чистотой и порядком на своих земельных участках. Если правонарушитель не был обнаружен, то средства на уборку, особенно вывоз больших объемов строительного мусора, необходимо выделять из бюджета города. В ближайшее время полиция самоуправления рассмотрит возможность установки мобильных камер видеонаблюдения в наиболее проблемных местах. Учитывая приход весеннего периода, сотрудники управления коммунального хозяйства и полиции самоуправления готовы уделять особое внимание к местам образования стихийных свалок, тем более что за годы работы уже образовалась своеобразная карта самых захламляемых территорий. Эти места регулярно обследуются, в том числе находятся и те персоны, которые занимаются несанкционированным вывозом отходов. Если в вашем распоряжении имеется информация о таких нарушениях на территории Даугавпилса, то об этом необходимо сообщить дежурную часть муниципальной полиции или инженеру управления коммунального хозяйства. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.